Вечером 19 марта пришли печальные новости. Скончался Василий Уткин. Спортивному комментатору было 52 года. СМИ разузнали, что стало причиной смерти. Сообщается, что Уткин умер из-за тромбоэмболии легочной артерии. У него оторвался тромб, врачи боролись за жизнь журналиста. Но все безуспешно. И известно, что он страдал из-за серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. Медики настаивали на том, чтобы комментатор взялся за свое здоровье и сбросил вес, который достиг 200 килограммов. Несколько месяцев назад отмечалось, что у Василия диагностировали атеросклероз. Уткин опровергал эти слухи. «Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего. Мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу». Обращался в социальных сетях. Пресса выяснила, что после дня рождения Василий усердно худел. 3 дня назад ведущий чувствовал себя хорошо. Никто и не предполагал, что его состояние резко ухудшится, и он окажется в больнице. Мама журналиста узнала о трагедии из СМИ. Осенью прошлого года спортивные фанаты всерьез обеспокоились, увидев резко изменившегося комментатора на матче в Волгограде. Люди вспоминали, что несколько лет назад Уткин сделал резекцию желудка и сбросил 90 килограммов, но удержать результат ему не удалось. Пользователи осуждали Василия за лишний вес. Были и те, кто жалел его. Комментарии коллеги злили Дмитрия Губерниева, и он заступился за него. «Вася здоровый, а вы все больные», – выпалил он. Светлая память.